даже по прямой. Вот, так зато Нива повернула с первого раза здесь. Единственное, кто пока что там смог сам повернуть. Давай, давай, давай! Не-н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 е. Нивка, Кива, по-моему. По-моему, они только второй раз вообще участвуют на оффроуде. Обгоняй. Нивка пока что едет аккуратно. Второй раз, напомню, всего лишь участвует в гонке. Нива едет. Ой, блин, глушитель. Скоро, блин, потеряет где-то глушитель. Там, кстати, глушитель уже примотали тряпкой, останавливая. О, ни хрена себе! Надо текать с этого поворота, блядь. А. Повезло, что Нивка притормозила его, да. Два пройти. Сейчас он и Ниву должен, наверное, обойти. Красиво выскочил вот так. Надо выскакивать здесь. Как-то уже тут неинтересно становится. Вот эти, да, вот эти быстрые. Опа, вот это быстрый тоже. Ай-яй-яй, что хруст? Что это хрустало у меня? А вот это хруст был, это что-то плохое, да? Это к деньгам. Это трасса скоростная. Так, так, колеса надо с правой стороны оставить, да, вот так. Пошел в поворот. Там находили остатки решетки чьей-то. Радиаторный. О, Нива! Ничего себе! Пошел. Ниву колбасит нормально так. А тут круговая такая сушечка небольшая на время. А вот тут такой спуск такой стрёмненький немного, чтобы не прилечь. Тоже... Красавцы! Вообще. Ох! Занырнул так занырнул. Что-то, по-моему, не подтолкнул немного Нивку. Нормально прыгнул. Заныривание. Блин, там, по-моему, по правой стороне вообще как-то... Ай, заглохла Нивка. УАЗик, давай. Блин, на УАЗик застрял как раз. Жалко. Сейчас бы обошел бы Ниву. Потому что Нива уже поехала. Не хватает зацепа.
Давай. А, там тоже быстрая. Быстрая машина. Нет, не получилось. Ого! А тут уже так разместили грязюку, сейчас покажу. Давай, на втором месте едешь. Назар летит. Ух ты, он тут близенько, это стало опасно. Проходит ленточки. Наше место это руль, наложится. Приходки на Назар, да. Короче, все три Нивы. Так все вместе становитесь.